Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Как справиться с волнением перед соревнованием? Ну, с волнением справлялась, как говорится, заранее, потому что нужно подготовиться заранее к соревнованиям и доказать себе, что ты можешь. По всем факторам можно пройтись своим подготовкам. Если ты уверен полностью, что ты прошел от А до Я, не пропустил ни единой тренировки, все время посвящал карате, то на самом деле волнение сразу проходит. Были моменты, когда в детстве ты мало управляешь своими эмоциями, были возможности такие, что вот какой-то появляется страх. Но нужно всегда сделать 3 вдоха и 3 выдоха. Тебе немножко станет легче. И потом посмотреть на соперника и увидеть, что человек, он тоже волнуется и тоже переживает. И в этот момент сказать себе, что я смогу, я сделаю все как надо, и пойти в бой. И я считаю, что это поможет справиться с определенным нервным напряжением и с волнением. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!